Президент Польши Анджей Дуда принял в Варшаве спецпосланника, председателя КНР, члена политбюро ЦК КПК, главу политико-юридической комиссии ЦК КПК Го Шенкуня. Он передал польскому лидеру послание от Си Цзиньпина с предложениями по дальнейшему расширению двусторонних отношений и с поздравлениями с наступающим Днем Конституции. Го Шенкунь отметил, что Польша один из важнейших партнеров Китая в Центральной и Восточной Европе. Успешно продвигается сотрудничество в рамках инициативы «Один пояс, один путь». Спецпосланник председателя КНР выразил надежду на то, что его визит поможет дальнейшему укреплению дружбы между народами двух стран, расширению взаимопонимания и расширению практического сотрудничества во всех сферах. Анджей Дуда, в свою очередь, подчеркнул, что сохраняются хорошие тенденции в развитии взаимодействия между двумя странами, как в политической, так и в экономической сферах. Укрепляется практическое сотрудничество. Польша поддерживает инициативу «Один пояс, один путь» и будет и дальше прикладывать усилия для всестороннего развития взаимодействия и расширения координации.